Добрый день, уважаемые друзья! С вами я. Я хочу с вами поделиться секретом охуенного травяного чая, который мы собираем каждый год на даче. Мы его называем Троицким, потому что собираем траву, цветы раз в год накануне Троицы. Утром часть мы рвем у себя в огороде, часть мы идем в поле, в лес и собираем там лекарственные травы. Итак, по порядку. Троица у нас была 2 недели назад. 2 недели назад мы сорвали траву, цветы и посушили их на чердаке под крышей. Прошло 2 недели, наша трава, цветочки высохли, и теперь мы будем делать наш букет. Смесь травяного чая. Я его называю Тринити, Троицкий. В течение 3-4 лет мы экспериментировали с разными составами. Ну и остановились на этом. Он такой более или менее органичный, очень вкусный, не горький. Его можно пить и охлажденным. Ну, что я вам буду рассказывать, давайте начнем. Вот эти травы мы собрали у нас в огороде. И сразу будем мешать. Возьмем такую хромовину стеклянную. Так, что здесь у нас? Это у нас мята перечная. Пахнет охуенно. Это у нас календула, цветочки календулы, ноготки. Вот это один из главных ингредиентов. Не у всех он в огороде растет, но у нас он как сорняк. Это называется шалфей мускатный. Он придает мускатный вкус. Ну, календула тоже основной ингредиент. Он такую маслянистость дает чаю. Это у нас мелисса лекарственная. Это у нас василек синий. И тут немножко у нас, видите, ромашка безъязычковая, это не лекарственная ромашка, это обыкновенная безъязычковая ромашка. Она связывает вкус, как бы она как бы нейтральность дает, но объединяет и гармонизирует вкус. Ну, недолго думая, все мы это берем и высыпаем. В эту хреновину, не помню, как она называется, тарелка что ли? Нет, не тарелка. А теперь вот это мы сорвали на поляне в лесу. Это в огороде у нас не растет. Это у нас зверобой продырявленный. Зверобоя мы добавляем чуточку, потому что он горчит. Так же самое, как горчит у нас и тысячелистник. Вот он, его тоже немного. Это вы узнаете, это бессмертник песчаный, и это, охренеть, это наш чабрец с цветочками синенькими. Это мы собрали в лесу на полянке. Тоже отправляемся сюда. Хочу отметить, что эту всю срань я собрал в один день. То есть для как бы для большего, даже не знаю, как сказать. То есть все травы собраны в один день, то есть травяной сбор однодневка. Размешиваем его аккуратненько. Ой, какой запах, пиздец. Я, наверное, сейчас и себе сделаю, заварю. Посмотрите, какая красотища. Василек синенький нам дает такой красивый цвет. Вкус у него как бы нейтральный. Вот у нас Троицкий чай Тринити 2019. Какая красота. Не, надо заварить. Где моя чашка? Чашка. Сейчас, одну секундочку, я за водичкой. Кипяченый. Ну, температура градусов 90, заваривать кипятком нежелательно, там, чтобы еще эта всякая фигня осела. Ну, сейчас мы на... Что за хуй?
Знаете, не видно, он зеленая краска. Теща вчера приезжала, красила забор кислотной зеленой краской и взяла мою чашку. Как... Это надо вам рассказать. Сейчас, одну секундочку. Блять, ну у каждого же есть свои чашки, блядь. Вот это моя. Сливы, вишня, еще какая-то хуйня, блядь. Вот эта чашка жены. Клубника, блядь, бананы, абрикосы. А вот тещина чашка. Она ее не засрала, блядь. Апельсины, груши, персик, яблоко, виноград. Блядь, надо было мою чашку брать, блядь. Посмотрите, вот моя чашка, блядь. Вот жены, вот тещина. Тещина самая грязная, кстати. Сейчас я не позвоню, за хуйня. Ладно. Вот так берем чуть-чуть. Сыпем. Красота. А запах охуевающий. Алло. Алло. Да, я слушаю. Слушай, Лена, тут это... Теща взяла мою эту чашку этой краской зеленой. Чего она со своей не пила? Какую чашку? Ну, мою чашку со сливами вот это. А что она сделала? Краска дала? Ну, да, я же вычислил ее по краске. А ее чашка стоит, это чистая, взяла мою. Да нету там, так, я чуть, да там чуть-чуть заляпана, я помою. Она на ручке только помыта. Ну, отсветила на снять, наверное, ну хорошо там. У тебя все нормально? Да. Я тут этот чай мешаю травяной сейчас. Ну давай за. Да не, погода нормально, да. Угу. Что-то спать хочешь вообще? Ну, отдыхай, жара такая, ты ж. Жара? Ну, та жара, ветер, я думал на улице мешать, а теперь в комнату зашел. А. Ну все, за... Картины выложил, да? Кого? Картины выложил? Картины выложил, да. И книжечку, да, что-то выложил? И книжечку выложил, да, все выложил. Я уже соскучилась тоже, да. Ну, скоро приедем, давай. Ну все, давай, я люблю тебя, целую, пока. Угу. Взять. Кстати, когда я завариваю с первого раза, оно немножко такое вкус горьковатый, ну как, ну, даже не горьковатый, такой резкий. Тогда чай можно заваривать по несколько раз. Со второго, с третьего раза. Просто сливаю заварку и этот, так. Да, ну вот эту фигню надо как-то еще хранить. Я обычно беру какой-то пакетик из-под кофе, там, бэушный или что-нибудь такое. Ну, я вечно ем. Одну секундочку. Я вот распечатал заранее состав Elmer Good Herbal Tea Trinity 2019. Salvia sclarea, шалфет мускатный, календула, хибирикум перфоратум, зверобой продырявленный, хилкризум аренариум, бессмертник песчаный, мелисса officinalis, мелисса лекарственная, мартикария дискоидея, ромашка безязычковая, тимус серпилум, чабрец, Акилия, тысячелистник, Центаурия, цианус, василек синий и мента пиперита, мята перечная. Я такую херню на работе распечатал, взял на скотч, наклеил, обрезаем и клеим состав. Мало ли, вдруг кому-то решите подарить, а у него
аллергия. Пусть читает состав. Такая коробочка. Ну что, насыпаем эту всю радость туда. Сильно трамбовать не надо. По практике жуков там никаких тараканов не заводится, потому что там у нас и мята, и мелисса, и шалфей мускатный. Они как бы отпугивают всяких жучков. Вот так. Ну, а закрыть можно какой-нибудь или проволокой, куском провода. Мы вот так делаем. Заматываем. И вот у нас такой чай. Травяной тройский. Всем рекомендую. Основные ингредиенты, конечно, можно комбинировать. Охуенный чай. Просто охуенный чай. Ну, в принципе, на этом все. Спасибо за внимание. Я не хуйня. Со старого журнала 74-й года за рулем мне. Москвичка П. Максимова в своем письме в редакцию сообщила, что водитель такси 7302 ММТ отказался отвезти ее дочь с маленьким ребенком по нужному адресу. Уговоры и увещевания не помогли. В ответ раздалась нецензурная брань, и машина укатила. По поручению управления легкового автомобильного транспорта Мосгорисполкома, куда обратилась редакция, нам ответил исполняющий обязанности заместителя директора 7-го таксомоторного парка В. Петров. Он сообщил, что за нарушение должности должностной инструкции и хулиганские действия водитель Ю. Кузнецов на месяц отстранен от работы на таксомоторе. При подведении итогов работы парка водитель будет полностью лишен годовой премии. Ладно, пойду я читать. Всем привет, удачи. В следующий раз что-нибудь еще расскажу. С вами был я. Пока.